Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 682. Какие из данных ниже глаголов обозначают действие, которое происходит один раз в один момент? С помощью какого суффикса выражается значение однократности действия? Составьте и запишите два предложения с данными в парах глаголами по выбору. Сережа, дедушка учил колоть дрова. Кольнуть. Небо сверкнуло и полил сильный ливень. Сверкать, сверкнуть. Капли дождя стучали по крыше. Стучать, стукнуть. Кричать, крикнуть. Из данных ниже глаголов все глаголы обозначают действие. Но действие, которое происходит один раз в один момент, это слова кольнуть, сверкнуть, стукнуть, крикнуть. Они образованы при помощи суффикса «ну». Значение однократности, мгновенности действия выражается с помощью суффикса «ну». Этот суффикс бывает только у глаголов совершенного вида. Что сделать – кольнуть. Что сделать – сверкнуть. Что сделать – стукнуть. Что сделать – крикнуть. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.